Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Бажаємо вам доброго, приємного дня. З вами в студії Олександра Пашненка та Поліна Сніжина. Друзі, це проєкт «Радіо День» та програма «Між нами». Тож долучайтесь до нашої компанії. Студійний телефон 233-2011, код Запоріжжя 061. Не забуваємо про наш YouTube-канал «Суспільне Запоріжжя» і наш офіційний сайт zp.suspilne.media. Дослідження Марі Лундорф, докторантки кафедри психології та поведінкових наук в Орхуському університеті в Данії, що підтвердили відмінність у здатності протистояти горю і пов'язані з цим згубні наслідки, змусили Всесвітню організацію охорони здоров'я у 2018 році включити діагноз скорботи до класифікації психічних розладів, відомою як ICD-11, яка була інкорпорована до систем охорони здоров'я до 2022 року, йдеться на сайті ion.co. Чи мають людські втрати генетичну пам'ять і як пережити втрату близької людини? Саме на ці запитання шукатимемо відповіді сьогодні. З нами в студії психотерапевт Анна Прішутова та практичний психолог Максим Білоусенко. Вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Але почнемо з того питання, чи все ж таки мають людські втрати генетичну пам'ять? Хто перший з вас буде? Ну, давайте я. Я думаю, що механизм передачи этой памяти трудно локализовать только в генах. Но вот, например, мои учителя, которые учили меня работать с травмой войны, с горем, которое появляется у людей после того, как они пережили такие серьезные потери и стрессы, как война, говорят о том, что это было для меня большим открытием. Непроработанная травма войны ведет к новым войнам. Это значит, что она как-то сохраняется. Значит, что это горе, а возможно злость, раздражение, обиды, которые были получены людям, они сохраняются надолго. Не знаю механизма этого, но если с этим не встретиться, если это не разрядить, то это действительно приведет к новым конфликтам. Это значит, что горе, к сожалению или к счастью, остается с нами надолго. Семейное горе якось може ось генетично передаватися? Я кажу, просто втрата рідної, близької людини. Ну, это примерно точно так же, как и тот вариант переживания, о котором говорил Максим. То есть если мы это прожили, если мы смогли это осознать, проанализировать, переработать в собственном личном опыте, дальше никуда не передается. Если, например, тот человек, который, в судьбе которого буквально произошло это горе, не смог с ним справиться, то так или иначе он транслирует его дальше в поколение. И не знаю, можно ли говорить, что это один из механизмов передачи, да, там, но тем не менее, если, например, меня воспитывают и в процессе взросления мне все время говорят о том, какая это была потеря, какой это был катастрофический, ну, там, процесс, время, период в жизни моей семьи, если меня воспитывают в причастности, да, к этому событию, то я и вырасту с ним так, как будто бы я прожила это. И таким образом, ну, уже теперь мне придется справляться как-то, проходить через этапы проживания горя, ну, так или иначе, там об этапах, да, там поговорим позже. И да, это сохраняется в моей уже теперь памяти, и это влияет на мои поведенческие какие-то решения, ну, на мою жизнь и судьбу в целом. Чи потрібно так робити, весь час про це говорити, щоб наступне покоління теж проживало це? Ну, это зависит же от того, что я хочу передать своим детям на самом деле. Мы все разные, и если я живу так, что мне кажется, это очень важно, я буду это делать. Если мне кажется, что достаточно, например, моего горя, и пускай дети, ну, как-то иначе живут, да, я не буду это делать, я попытаюсь прожить это сама. Почему выбирает человек то или иное? Тоже очень много, ну, вариантов. Як це відбувається? Якось втрата близької людини пов'язана із гендерним питанням. Як чоловіки і жінки однаково приймаються через це чи проживають по-різному? Ну, здесь уже нужно действительно говорить о различиях, есть ли эти различия гендерные, да, между полами. С моей точки зрения, есть, чем бы они ни определялись. Мужчина, безусловно, более определенен, более целенаправлен, менее текуч в своих эмоциях. Но это только часть мужчин.
А, конечно, есть мужчины более тревожно-мнительные, которые также обладают какими-то женскими чертами. Да? Но, по сути дела, мужчина в нашем социуме, он слышит с самого раннего детства определенные послания. Он слышит о том, что не нужно показывать свои чувства, нужно быть сильным, не нужно ломаться, ты не должен показывать свои слезы, не должен плакать. Да? И это формирует определенный сценарий реакции на горе. Мужскую реакцию. Иногда мужчины за это платят болезнями уже телесными, потому что они не могут выразить то, что они чувствуют во время потери близкого человека. Часто получается такое, что у них начинаются, легкие или средние по тяжести психические недомогания. Ну, по сути дела, это те чувства, которые они не проявили, они ушли другим путем. И потом они обращаются к врачу уже за медикаментозной помощью, да, не чувствуя, не понимая, что там лежит горе. Мужчине тяжелее понять свои чувства, к сожалению. Женщины более текучие, более эмотивны. И, конечно, они иногда лучше понимают, что с ними происходит. Чи змінився психологічний портрет чоловіка, наприклад, 20-го і 21-го століття? Я, к сожалению, не видел и не читал такой статистики. Я думаю, изменился, достаточно изменился. Особенно появление новых профессий, связанных с виртуальной реальностью, оно приводит к тому, что мужчины, часто вовлеченные в эти профессии, чувствуют себя немножко выше остального населения планеты. Да? И им кажется, что они вот в чем-то, что они с этим справляются лучше других, они сильнее. Опять же, как только человек начинает чувствовать, что он сильнее других, что он может справиться, вот тут его настигает что-то в жизни, что оказывается, подсказывает им, нет, я не могу с этим справиться. Понятно, чи изменился психологический портрет жінок? Я бы хотела добавить еще, да, так. Если можно. Мы говорим то, что говорил Максим, о условно-классическом варианте гендеров. Да, то есть когда есть два пола, мужской и женский. И мне тоже удобнее говорить в этой парадигме, когда есть два пола. Но я уверена, что мы оба сталкивались с тем, что приходят люди с другим полом на прием, да, на консультацию и так далее. И это надо учитывать, особенности психологического «я», когда человек чувствует себя иначе. Но если говорить о классическом варианте, о том, к которому, скажем, я привыкла, да, на котором меня обучали, то я думаю, что где-нибудь будет эта статистика, насколько и в чем изменилось лицо, скажем, да, или образ классический такой. И в том числе это вот и проявляется в том, что у нас теперь несколько полов. То есть мы не видим четкого разделения, настолько четкого. С другой стороны, если брать людей, которым, от 40 и выше, то они воспитывались вот в парадигме биполярной, да, мужчина-женщина. И в этой парадигме, согласна, что, да, женщины более эмоциональны, женщины более склонны понимать себя, вот покопаться внутри, разобраться, разложить на какие-то составляющие. И поэтому им проще принять, что они горюют, что они слабы, что они растеряны, что они в какой-то руки опустили и так далее. И это дает им возможность действовать адекватнее. На моем личном опыте как терапевта в кризис, экономический кризис, там еще какой-то, у нас уже два их было за то время, пока я работаю. Вот. Очень часто мужчины ломаются, как любой жесткая система, то, что Максим говорит, да, выращиваем жесткую систему. Я должен быть, прямой, да, и это сломать легче. Женщина более гибкая, она может эластичнее быть, да, более гибко в поведении. Ее легче ей легче адаптироваться к каким-то ситуациям. И это беда, потому что зачастую мужчина боится самого вообще, этого ощущения, когда его накрывает волной чувств какой-то, и он не понимает, что это, не может с этим справиться. Опять же, 20 лет назад, 25, когда я начинала работать, мужчина, который начинал у меня в кабинете плакать, надо было спасать, буквально реанимационные мероприятия проводить. Потому что сам процесс, что он плачет, сидя на приеме у врача, женщина молодая, это было просто, То есть, но сейчас это нормально. Психотерапевты поработали
Слава богу, за эти 25 лет хорошо научили людей. Я бы хотел мужчинам сказать все-таки в поддержку. Напомню, что великий психолог, психотерапевт Карл Юнг говорил о том, что в душе у каждого человека есть и противоположная половая ему, так сказать, часть. Да? То есть у мужчины есть анима, то есть часть женская. Стоит о ней помнить, стоит признавать ее, стоит чувствовать в себе. Женская, эмоциональная, эмотивная, где-то легкая, фантазийная такое. То есть с этим можно жить. І це можна приймати. Якщо говорити про втрату близької людини, чи існують позитивні та негативні емоції під час цього? Ну, наверное, есть, скажем, ну, как мне кажется, скорее усложняющий этот процесс поведения или облегчающее поведение, да? То есть, если мы блокируем какие-то эмоции, это хуже. Лучше разрешить что угодно. Человек, который, ну, при прощании с близким человеком не плачет, и очень структурно себя ведет, очень контактный, там, адекватный, это плохо. Ну, это значит, что он не дает себе отгоревать. Если это, правда, близкий человек, я не про родственные формальные связи, а про, ну, душевную боль, да, она не даст быть спокойным, если я даю ей, ну, появиться, да, актуализироваться. И лучше бы, чтобы я дала. Потому что вот это заблокированное, оно потом там живет своей жизнью, но при этом все время стучит мне, потому что оно хочет, чтобы я его, ну, с ним что-то сделала, да, это часть меня. И ему никогда не будет времени потом. И тоже я думаю, что у нас обоих были клиенты, когда приходят люди с психосоматикой, и я говорю, ну, в итоге, после каких-то там энного количества встреч, да, мы приходим к тому, что надо отгоревать. Мне человек говорит, да ну что вы, ну уже там, там я сам провел похороны, я сам там все это там, вот, ну, ритуалы, которые у нас приняты, и вообще это уже прошло там год, два, семь, десять иногда. Как только отгоревал, все-таки если мы договариваемся об этом, уходит психосоматика. Так бывает достаточно часто. Друзі, сьогодні ми говоримо про втрату близької людини, як її пережити. Не втрачайте часу і долучайтеся до Суспільного. Студійний телефон 233-2011, код Запоріжжя 061. І не втрачайте наші інші координати. Це ютуб-канал Суспільне Запоріжжя і офіційний сайт zp.suspilne.media. Нагадаємо, що з нами в студії сьогодні психотерапевт Анна Прішутова та практичний психолог Максим Білоусенко. Ви вже згадували на початку програми про те, що існують певні етапи переживання втрати. Що це за етапи? И как их переживают чоловіки та жінки? На самом деле, единой какой-то классификации, ну, вообще-то нет. Их много разных. Та, которая вот, ну, наиболее часто принимается за основу обучения в том числе или работы с клиентом, она говорит о том, что первый этап отрицания, когда я не соглашаюсь с этим, ну, вот как бы этого не может быть. Дальше я могу злиться, потом я могу торговаться, в кавычках торговаться, да, то есть, ну, возможно, это так, если там что-то, возможно, я соглашусь, например, с ограничением моей свободы на карантин, если там мне объяснят, скажем, хотя бы, да, докажут или еще что-то. А потом идет уже этапы принятия. Но бывает, когда нет отрицания, бывает, когда нет торга, например. Есть люди, которые сразу приняли и сразу на этапе смирения, ну, там по-разному тоже их называют, эти этапы. То есть пройдено это как бы. Чи всі проходять ці етапи, чи застряють? І якщо так, то на яких етапах чоловіки, на яких етапах жінки? Адже ви на початку програми сказали, що різниця є. Ну, я бы вот что сказал. В принципе, все эти этапы, как бы мы их ни классифицировали, да, это вот хорошая классификация Кюблер-Росс, но они все достаточно бурные, у многих бурные. И то, что у меня вот сейчас очень отозвалось какой-то внутренней такой вот даже где-то болью своей собственной, то, что это переживание превращают в медицинскую проблему. То, что ее включили в МКБ, и там продолжается этот процесс. Есть сейчас вопрос включения туда пролонгированного горя. Да, то есть превращает это переживание в медицинскую проблему. Я сталкивался с тем, что люди вместо того, чтобы прожить эти стадии, какими бы они ни были, да, они обращаются к врачам, и врачи вполне осознанно хотят избавить их от этой боли. Но эта боль, по сути дела, это столкновение с реальностью.
реальность ухода кого-то, исчезновения кого-то из жизни. Теперь нужно строить жизнь по-новому, а сначала надо разрядить эти эмоции. И вот когда это превращается именно в проблему принятия каких-либо препаратов, которые сглаживают это уже прямой путь к тому, чтобы это надолго забить в какой-то подвал души, подсознание. Можливо, це просто медицині дуже вигідно, адже ліки постійні, постійний клієнт, який буде роками їм приносити гроші в кишені. С одной стороны, презумпция невиновности мне как бы говорит о том, что не стоит в эту область идти, но я бы так сказал, это общая склонность нашей медикализированной цивилизации, то есть мы привыкли лишать человека боли. Вот нельзя ему чувствовать боль и все. А здесь боль благотворна, потому что без нее человек не сможет принять потерю, он не сможет адаптироваться к тому, что с ним произошло. Щодо дітей, як вони переживають біль втрати? І як поводитися дорослим людям поряд з дітьми? Ну, якщо вже так порівнювати з попереднім висловлюванням, чи можна лікувати дітей від втрати близької людини? Я би хотіла сказати, що я теж согласна з тим, що чоловік должен испытывать боль, когда это надо, в тих дозах, в которых он может выдержать. Ну, то есть полостные операции мы не проводим все-таки без обезболивания. Умрет от болевого шока человек, ну и все, как бы, все закончим на этом, да. Есть адекватный уровень боли. И я очень надеюсь, что, включив в МКБ такой диагноз, все-таки обучающая часть, ну, здравоохранения, да, займется тем, чтобы дать понять докторам-психиатрам, где эта граница, когда надо медикаментозное лечение, а когда нужна психотерапия. Потому что, ну, я как врач-психотерапевт, я понимаю, что в данном случае психотерапия, пожалуй, единственный способ адекватно излечиться, если, правда, я там застряла в этой, ну, в этом горе, да, если я не иду дальше, если я хочу свою жизнь оставить в прошлом и окружить себя памятью там, или еще чем, ну, или идеей о мести, так иногда бывает, что вот я там, ну, кому-то отомщу за то, что произошло. Вот. Если говорить о детях, дети переживают потерю очень по-разному в зависимости от возраста. То есть от того, насколько они могут осознать, что потеряли. На самом деле маленький ребенок, не сильно привыкший к маме, в момент маленький прям, ну, грудной, например, если вдруг теряет при этом маму, он не очень расстраивается. Ну, это факт. И если вокруг него люди, которые, ну, условно говоря, не плачут день и ночь напролет, да, не горюют, ну, так выраженно, то есть нет траура бесконечного, он, ну, живет своей жизнью. У него очень мощные компенсаторные возможности, но даже это не главное. Он нацелен на будущее, он весь в динамике про жизнь. И если мы его не блокируем, вот, ну, своими такими действиями, да, он живет. У меня бывали случаи, когда обращались родители с тем, чтобы сказать детям о том, что кто-то из родителей погиб. И иногда это было расстояние между гибелью родителей и тем, как ко мне обращались, полгода, два года было. Ну, у меня вопрос, конечно, как они объясняли, где, собственно, там, куда делись мама, папа, потому что были и мама, и папа. И были ситуации, когда, как бы там помягче сказать, родитель, оставшийся с ребенком, практически обижался на ребенка за то, что тот не сильно реагировал, когда уже сказали. И, ну, мне приходилось объяснять, что вы все сделали, видимо, хорошо, жил ребенок за эти, ну, там, полгода, год, два, там вот была ситуация. То есть он понял на том уровне, на котором он может понять. До определенного момента у ребенка не сформировано понятие времени. Он не очень понимает, что такое навсегда. Вот, ну, как? Ну, что значит навсегда? Опять же, мы говорим о чем? Где мама сейчас или папа там, да? Ну, кто где говорит, да? Там, не с нами. Ну, мы же не посвящаем в какие-то детали, как это произошло там и так далее. Особенно, если ребенок не видит буквально процесса смерти. Для него непонятно это, ну, вот, насколько это, да? Дети, присутствующие на похоронах, плачут только если плачут, ну, взрослые. Но еще раз говорю, дети – это относительно. То есть у нас же дети от 0 до 18. И, конечно, я сейчас говорю о детях, ну, скажем, дошкольного возраста. Чем старше ребенок, тем больше он осознанно взаимодействует с, ну, близкими. И, конечно, в связи с этим у него вот эта травма глубже, и нужно с ней что-то делать. И иногда нужен психотерапевт, ну, или
когда надо, тогда надо привести к психотерапевту. Если я понимаю, что ребенок страдает, ну, нужно обращаться к специалистам. Якщо не звертатись до спеціалістів, як пережити втрату близької людини? Будь ласка, дайте поради нашим слухачам і глядачам, що потрібно робити чоловікам, що потрібно робити жінкам, аби там не прийти до ковитої і зробити ще гірше. Ну, я думаю, что, во-первых, нужно сразу же решить вопрос, что до ковитови ходить не будем. Потому что это настолько частый способ справиться, да, способ справиться с какими-то трудностями в жизни. Помогает? Временно. Крайне временно. И потом это уже человек, с которым приходится работать как зависимо. Ну, то есть это быстро решается. Вопрос, туда человек попадает очень быстро в эту сферу. Ну, первое, что я бы, конечно, рекомендовал, это плакать. Плакать, плакать и плакать. Кстати, незважаючи, что ты человек. Да, в этой ситуации вот у меня просто опыт есть, когда мне приходится плакать, учить плакать своих клиентов. Причем часто клиенток, даже клиентки не умеют плакать. Конечно, возраст их разный, но приходится учить их, то есть просто давать волю слезам. А что-то к этому добавить, ну, выть, кричать, рвать на себе волосы, что-то ломать, это нужно сделать. Есть известные примеры, ну, скажем, да, в библейской истории, когда женщины, потеряв мужа, кричали, выли, плакали, посыпали голову пеплом, два дня хватало для того, чтобы прийти в себя и после этого жить уже более-менее нормальной жизнью. Как можно реже, как в крайнем самом случае, конечно, обращаться к психиатру. Это очень важно. Конечно, человек может попасть под, ну, воздействие близких. Близким может быть некомфортно, они могут не понимать это делать. Но надо им как-то объяснить. Или уже тогда обращаться к специалисту, который им может объяснить, что это нужно сделать. Ну, я бы вот так сказал, то есть вот эта первая фаза непринятия, вот она должна быть выплеснута хоть как-то. Пані Анна, що хочете додати? Ну і, можливо, чим можна ще відволіктися? Можливо, спортом, чимось іншим справами? Ну, якщо ви при цьому, або я при цьому можу щось хотіти робити, то, звісно, треба робити. Я все-таки за те, що психіатри бувають умні і правильно розсудять, куди треба і коли треба, коли не треба. Звісно, так, треба емоціонувати. Є народи в ритуалах похорон, в яких є плакальщиці. Специальные люди, ну, женщины в основном, которые, ну, собственно, воют. Если вы когда-нибудь слышали, не расплакаться невозможно. Музыка, ну, специфическая, она дает возможность вот это, ну, прорывать, ну, вот этот блок и все-таки плакать. Нужны эмоции, нужно дать выход. Поэтому если есть кто-то, кто может быть рядом и, ну, принимать, канализировать, помочь это, да, этому, хорошо. Если, ну вот вы спрашивали с детьми, там, что делать, да, быть рядом. Если это ваши друзья или, ну, близкие вам люди, да, если вы можете быть рядом, да, чтобы выход был эмоций. Если человек не замыкается в себе, ну или если замыкается, надо попробовать его. Ну то есть если чего-то все-таки хочется, надо делать это, да. Жизнь идет своим чередом. Есть, опять же, традиционные ритуалы, расписанные каждый день после смерти, человек будет занят. И это в том числе для того, ну, как бы для того, чтобы человек не мог инкапсулировать вот это горе, он все время что-то делает, он все время должен, как, с одной стороны, вспоминать того, кто ушел, с другой стороны, взаимодействовать с окружающими. Он не остается, ну, как бы один на один. Это важно для того, чтобы выплеснуть все, что внутри, и, ну, научиться с этим быть. У нас залишається одна хвилина. Скажіть, будь ласка, час лікує? Да. Скільки за часом? Скільки потрібно чекати, щоб дійсно горе перейшло в іншу стадію? Ну, если просто ждать, то, может быть, и не перейдет. Но надо, ну, жить. Я думаю, что самая острая фаза, ну, до года. Да. До года, может быть. Потім стає легше. Да. Як близьким, ось ви зазначали, що інколи є фактором близькі родичі. Як їм потрібно робити, щоб не зробити гірше? Участвовать. 30 секунд. Участвовать. Участвовать, быть рядом в этот момент. Підтримувати. Підтримувати і участвовать. Быть в контакті. Так, вот участвовать, быть в контакті. Не закриватися і не уходити. Тож, друзі, будьте в контакті, завжди пам'ятайте про своїх рідних, допомагайте їм і переживайте разом. Ми, в свою чергу, будемо переживати з вами. Це Суспільне, це проєкт Радіо День та програма «Між нами». На цьому завершуємо. З нами були психотерапевт Анна Прішутова та практичний психолог Максим Білоусенко. Говорили ми про генетичну пам'ять та про те, як пережити втрату близької людини. Дуже вам дякуємо, що завітали до студії. Спасибо. В студії працювали Олександр Пашненко, Поліна Снєжина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Thank you.
Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».